Добрый день, дамы и господа, с вами магазин «Автоток», и сейчас мы представляем вашему вниманию штатное головное устройство на автомобиле класса BMW 5 серии И-53, И-38, И-39. Встает на место штатная магнитола идеально без щелей и зазоров, подключение пин-ту-пин, то есть ничего дополнительно переделывать не нужно будет. Разрешение 9-дюймового экрана 1024 на 600. Сам он современный, сенсорный, емкостный, 4-ядерный процессор, Android 6.0.1, 2 гигабайта оперативной памяти и 12 гигабайт встроенной. В комплектацию входят фишки подключения, они уже здесь стоят некоторые. Также RCA кабеля для ваших видеорегистраторов, TV-тюнеров и камер заднего, переднего, бокового обзора. И USB кабель, который поддерживает внешние носители до 2 терабайт памяти. Также внутренний микрофон и выход под него. Переходник на штатную антенну. Крепление. Канбас-декодер. Дополнительный RCA кабель для видеорегистратора. Внешняя GPS-антенна. Два USB удлинителя. И усилитель Wi-Fi сигнала. На самом магнитоле здесь внизу отверстие микрофона, кнопочка Reset, слот microSD. Кнопочка тише, громче, назад, домой, выключение и включение звука. Здесь стандартная шторка андроида. На таких моделях можно менять цвет кнопок на главном экране, если вам надоест этот цвет. В качестве системы навигации здесь установлен GPS-тест, но всегда можно поставить что-то свое. К примеру, скачать Яндекс.Карты с Play Market. Вот так выглядит радио. Сохраняем внизу свои любимые частоты или ищем вручную. Шестиполосный эквалайзер. Можно использовать уже установленные настройки или поиграться, чтобы найти то, что вам нужно. Bluetooth система hands-free. Нажимаете поиск, и когда ваше устройство будет синхронизировано, то появится клавиатура и список контактов. Вот такой музыкальный проигрыватель. Так же, как и с видеопроигрывателем, закачивайте в нужную папку или проигрывайте через USB устройство. И наслаждайтесь качеством. Далее, это меню TV-тюнера. Это прямой доступ камерам, к примеру, к вот такой. Съемка идет со стабильными 30 кадров в секунду и очень плавно. Это прямой доступ к настройкам. И, конечно же, есть пункт калибровой кнопки на руле. Зажимаете здесь нужную вам функцию, зажимаете кнопку, и таким образом система будет запоминать. Всем спасибо за внимание, с вами был магазин «Автоток», подписывайтесь на канал, ВК, Инстаграм, покупайте у нас на автоток.com.net, всем до встречи!